В некоторых случаях женщина может быть серьезным противником, которому очень легко проиграть. Полицейский остановил автомобиль и направился к водителю. «Что-то не так? Вы превысили скорость. Могу я видеть ваши права?» «Я бы с радостью, но прав у меня нет. Как это понимать? Я потеряла права во время вождения в нетрезвом виде». Полицейский едва не лишился дара речи. «Хорошо, могу я увидеть документы на автомобиль?» «Извините, но нет». «Почему нет?» «Я украла эту машину». «Украли?» «Да, и убила владельца». «Вы... что вы сделали?» «Его тело в багажнике, можете посмотреть». Шокированный полицейский медленно отошел к своей машине и вызвал подмогу. В течение 5 минут приехало 5 полицейских патрулей, окруживших машину. Старший полицейский медленно подошел к машине, держа пистолет. «Мэм, выйдите, пожалуйста, из машины». «А в чем проблема?» «Мой коллега сообщил мне, что вы украли этот автомобиль и убили владельца». «Убила владельца?» «Да, откройте, пожалуйста, багажник». Женщина открыла багажник. Он был пуст. «Это ваша машина?» «Да». Женщина передала документы на автомобиль полицейскому. По понятным причинам полицейский был просто поражен. «Но мой подчиненный сказал, что у вас нет прав». Девушка открыла папку, взяла права и передала их полицейскому. Тот их проверил. Все оказалось в порядке, но полицейский все недоумевал. «Спасибо, но мой коллега сказал, что у вас нет прав, вы украли автомобиль и убили его владельца». «Готова поспорить, что этот лгун еще сказал, что я превысила скорость».